Прохання тільки з телефонами і не переговорювати. Здравствуйте все. Пусть говорят, мы для того и собрались, чтобы поговорить. Поэтому тему-то мы не определяли, поэтому тема будет как раз формироваться вот вашими вопросами, то, что вас интересует. Потому что вот такая спонтанная тема, мы сейчас об этом говорили перед началом с ребятами. В чем наша сила? Наша сила в отсутствии программ, каких-либо заготовок и четкого алгоритма действий. То есть мы не предсказуем. Вот это славянская натура, вот это загадочная русская душа, которую в какие рамки ты не поставил, она все равно за эти рамки выходит. Никогда славяне не подчинялись никаким алгоритмам, никогда не было никаких жестких программ. Поэтому всегда все наши тати, басурмани, как хотите их там называть, они ломают голову, что с нами делать. То есть мы отличаемся от остальных народов тем, что мы, может быть, с их стороны там считается плохо, что мы не организованы. То есть у нас каждый Бога сотворит. То есть мы вместе с Творцом, каждый сам на своем месте творим вот наше бытие. Поэтому не сбиваемся в стаи, как правило, как есть, допустим, у других народов. Иногда нас загоняют, конечно, в стадо, мы соглашаемся с этим, но до некоторого момента. Потом, когда приходит процесс пробуждения, начинаем просыпаться. Вот. Хотим этого или не хотим, но вот так получилось. Дело в том, что раз мы созданы по образу и подобию, да, то мы непредсказуемы, мы парадоксальны. И вот эта парадоксальность всегда как раз сбивала с толку тех, кто против нас работал. И вот сейчас как раз наступает такое время, когда эффект вот этой парадоксальности, эффект непредсказуемости, он начинает работать. Начинает работать лишь только потому, что созрели объективные условия, начался галактический день, сейчас идет рассвет, и вот благодаря этому мы начинаем просыпаться. Поэтому о чем поговорим? Чего хотите? Запитание. Давайте, вашу парадоксальность проявляйте. Эти события, вот сейчас, что происходит у нас, к чему это... Евромайдан. Да, Евромайдан. Давайте с этого начнем, а потом посмотрим, что пойдет. Разогреемся, да? Хорошо. Значит, что с Евромайданом? Эти события все запланированы очень давно. Мы сейчас просто пожинаем следствия. Программа эта была расписана в начале 90-х годов, если точнее, 91-93 год. Это операции спецслужб. Нас к этому готовили вот эти все 23 года. Подготавливали людей, общественное мнение. Как формирует общественное сознание? То есть сознание, да, совместное знание. Вот 23 года нам ломали общественное сознание, и сейчас мы как раз подошли к тому моменту, когда настала пора. Все президенты вот в этой связи были подобраны в соответствии с четкой алгоритмической такой последовательностью. То есть сначала был Кравчук, вот, затем Кучма, он выполнял определенные задачи, затем Ющенко, да? Они сначала посчитали, что они упредили ситуацию и нужно Януковича, о чем я его поздравил, да, Путин, с первым. Но потом они все это перекрутили, потому что провели мониторинг, люди не были готовы. Поэтому быстренько поменяли Януковича на Ющенко. И вот когда мы созрели в период правления Ющенко, вот до Евромайдана, нам сейчас как раз и навязали вот эту ситуацию. Почему? Потому что раньше запускать вот эту систему семьи, так называемой, да, то, что мы сейчас говорим, семья, про власть, было нельзя, люди не были готовы еще. А сейчас они уже готовы. То есть протестные настроения созданы. Почему? Вот и 2000-2001 год начался правовой коллапс в Украине. Ну, вот если юристы здесь есть, они знают, что это такое. О чем это говорит? Правовой коллапс запускается тогда, когда государство, как проект, никому не нужно, и пора его сворачивать. Либо сворачивать то население, которое не считает, что вот это население здесь оно живет, и нужно просто-напросто убирать. Вот и начали с правового коллапса, судебной реформы, попытались в 2004 году поменять конституцию, да, помните, да? Качели вот эти сначала поменяли, потом не поменяли. Ну, мы же знаем с вами, что все же идет у них там. Они действуют четко по программе, поэтому они для нас предсказуемы. Они это кто? Ну как бы давайте кто нами управляет? Кто нами управляет? Так, расскажи. Если мы сотворцы, то кто нами управляет? Кто взял на себя такое бремя?
Кто взял на себя такое время? Вот давайте смотреть. Когда мы упустили эту возможность? Упустили очень давно, 5500 лет назад. Жестко начали нами управлять, начиная с 988 года, когда был осуществлен перехват власти, когда пришел Каган Владимир, которого потом назвали великим к власти. Вот у нас назвы Гривни, открывайте и смотрите. Да? Кто он? Сын раввина, раббич. Не раб, как говорили, да, что он сын рабыни. Нет, он раббич. Вот с того момента все началось. То есть изгнание жрецов, волхов, когда убрали иммунную систему нашу, да? Жрецы, которые несли эти все знания. После того, как произошла зачистка, ведь он начал с чего? У него же названные были братья княжичи, да? Он что с ними сделал? Убил. То есть начали зачистку управленцев, так называемые варны управителей, воинов. Вот. И это продолжалось все до последнего времени. И вот сейчас, когда не осталось ни волков, ни жрецов, ни управителей, ну вот мы имеем то, что имеем. То есть остался народ незащищенный, без системы. Кто это они? Они – это система, которая готовила нас к тому, чтобы на новом этапе мы как раз и выступили как сотворцы. То есть по замыслу того же Творца был внедрен вирус информационный, прежде всего и генетический, в виде народов. Эти народы были специально созданы в ходе Синайского турпохода, часть из них, но над ними еще стоят управленцы. Сейчас эти управленцы территориально, физически находятся в Лозанне, Швейцария. Оттуда дергают за ниточки, если вас интересует, кто они. Не публичные люди и никогда не будут публичными. Мы даже не узнаем, кто это были. Вот то, что комитет 300, то, что там трехсторонняя комиссия, Бильдербергский клуб, там Forbes, вот эти люди, которые известны, это все вот вершина айсберга. То есть вот те публичные, кого нам показали. То есть они выполняют задачи администрирования, задачи управления. Финансы – вот это основной управленческий ресурс, с помощью которого они нами управляют. Вот эти люди уже видны. То есть, да, мы знаем, что там есть Ротшильды, есть Рокфеллеры, есть Дюпоны, есть Барухи, есть Саксы и так далее, и так далее. Список там, пожалуйста, берите книгу «Комитет 300». Вот. Но что с 300? С 300 они резко начали в последнее время сокращаться каким-то образом, совершенно непостижимым, и сейчас стало меньше. То есть вот благодаря тем объективным процессам на планете, которые начались. Как это все управляется? Управляется это все достаточно просто. То есть невесомые структуры, так называемые, ну, называют то, что тонкий план еще называют, ну, эфир называют, там, как угодно. Да? Вот. Есть некие силы, то есть это уплотнение. Произошло уплотнение в невесомых структурах, тонком материале. Это уплотнение должно себя что? Проявить каким-то образом. Как оно проявляет? В явном мире здесь. То есть мы этого не видим, мы чувствуем, и те, кто люди видящие, те только знают, как работать с этими структурами. Так вот, эта система уплотненная, для того, чтобы стать энергией, должна найти, где нет такой плотности, да, и потечь в это бесплотное пространство, и там реализовать себя. Так вот, вот это протекание с невесомого мира, с тонкого плана, да, на явный мир, в наш материал, происходит через конкретных людей. Через человека духа, то есть проводники, так называемые. Ну, на Западе еще называют провайдеры. Вот это управители. Есть такая еще категория, их называют предикторы. Вот они тоже не публичные люди. Но как раз за ними стоит весь вот этот ряд, о котором я сказал чуть больше. И вот сейчас началась меняться политика вот на уровне глобального предиктора. К власти в 2010 году пришел человека дух, он сейчас предиктор, он провайдер, Шлыни. Но поменять вот эту всю энергию систему очень быстро не получится. Представляете, масса народа, миллиарды, да, людей, и всем поменять в головах сразу всю эту программу. То есть что получается? Может быть, он что-то и хотел бы сделать, но сделать не может, потому что сознание общественное зависит от чего? От нашего с вами права выбора. Пока мы не реализуем свое священное право выбора и не скажем, что мы хотим жить по поклонам, по заветам предков, да? Что мы хотим жить в гармонии с природой и по совести. Так или нет? И вот пока мы этого выбора не сделали, вот эта плотность, которая зашла и вот через этих конкретных людей, она не может реализоваться. Но в связи с тем, что система вот эта инертна,
Эти процессы, они долгосрочные вот, в социальной перспективе. Поэтому Новогорская так и сказала, что да, говорит, мы уйдем, мы это понимаем, но двери хлопнем так, что вам мало не покажется. И вот наша задача сейчас либо что-то там с дверями придумать, либо вообще их снять, чтобы не хлопали, либо какой-то инструмент там придумать, чтобы вот этот хлопок, скажем, не произвел вот негативным последствиям каким-то тяжелым, которые скажутся, скажем, на всей социальной группе, на всех народах славянских. И вот сейчас пришло время заняться чем? Первый вопрос – это начать великое объединение славянских народов. Второе – возрождение славянского языка, истотного, так называемого, да? И культуры русской. Почему слово «Русь» так боятся? Чего они так боятся слова «Русь»? Не знаете? На Западе. Даже вот они сейчас уже российский язык придумали. 400 числовое значение, да? Чувствительность, устои, определенная форма. Так вот, «Русь» писалась через «Волк». Но если это «Волк», то кто-то может это произносить как «Рось», а кто-то может произносить как «Русь». В зависимости от того, какая территориальная громада, скажем, если это взять племена славянские, северные, то они говорят «Русь». Если мы южный возьмем, да, вот юго-западный, вот то, что сейчас украинцами перекрестили уже, и они считают себя украинцами, то вот «Русь». Поэтому там «А», тут, да, если «Вера», то это «ИЕ». То одни говорят «Вера», другие говорят «Вера». А то, что это «Вера», ни те не знают уже. Точно так же, как и здесь, что это «Роусь», ни те не знают. И поэтому так вот оно все и идет у нас. Поэтому, как только возвращаемся к своему языку, и нам станет понятно, то есть хотя бы вернем, вот, хотя бы минимум выйдем на 49, вот, смотрите, на эту матрицу, то включится матрица мозга. Вот сейчас как раз процесс отойдет. Вот эта тонкоматериальная сущность, которая сейчас проявляется, да, она готова включить вот наш мозг, чтобы он заработал. Не на 3% работал, а начал постепенно вот увеличивать все это дело. Процент задействования структур головного мозга. То есть нам нужно менять свою матрицу мозга. Это как матрешка. Матрешки все видели, да? Одна в другую вложена. То есть мы должны вот эту маленькую матрешку теперь, которая у нас в голове, да, а рядом стоят вот это большие, и маленькую матрешку что, начинаете одевать уже на нее сверху большие матрешки. И когда мы все сформируем вот эти матрешки, то мозг заработает на 100%. Но пока у нас вот эта вот маленькая матрешка, там, малюсенькая самая, которая у нас в голове крутится, и то не в ту сторону, которую надо. Вот нам ее надо сначала закрутить в ту сторону, которую надо, против часовой стрелки, а потом начать одевать на нее остальные матрешки. Тогда матрица заработает. Вот, сложного в этом ничего нет. Как это вот на практике делать? Ну, тоже можем поговорить, если это кому-то интересно. Поэтому вот с этим словом, раз уже о Евромайдане речь зашла, да, «Рось», надо разбираться. «Рось», слово, от него производное слово «роса», что это такое? Что «роса» означает? Есть вода на земле чище, чем роса? Нету, да? То есть чистота. Вот это и есть «Рось», «роса». Речка «Рось» у нас есть? Нет. Все знают, да? Отсюда и «Россия», то есть «Рось» сеющая, да? Чистоту сеющая. То есть это вот как раз о расе, это о людях с белым цветом кожи. Это о славянах речь идет. Поэтому, если собрались наши тати на какое-то собрание там торжественное и хотят нам шкоды наделать, перед этим, как обычно, нужно, что песни запеть, так или они же об этом знают, то как они должны петь, чтобы нам шкоды наделать? Тут. Как слова сложить? Вот какие примерно слова могут? Асинхронно. А? Асинхронно. Я вам документ озвучиваю. Написано. То, что сейчас на Майдане поем. Слушайтесь слова. Сгинут наши вооруженьки. Я. Роса на солнце. Роса на солнце. Это кто поет? Вопрос у меня. Это что, у людей мозгов нет? Некоторые. Так вот, гимн, написанный студентами польскими когда-то, масонами,
и внедренный через определенную структуру, вот сейчас вошел к нам, в нашу жизнь, и вот его поют. Вы представляете, что нам это не поют? То есть они находятся на территории славянской, на территории титульной нации, где живет 80% подавляющее большинство славян, и сами славяне себя котируют и зомбируют. Как дальше у нас в гимне разворачивается вся эта ситуация? Вспоминайте, как там заложена программа геноцида? Душу и тело мы положим. Да, душу и тело. Душу положим, да. А теперь абсолютно правильно. Кто там эта партия сейчас, какая у нас там заправляет основание? Свобода, да? Что такое свобода? Это могучее слово. С, да? Обод, а, то есть богоборчество. Тот, кто идет против Бога. Если мы идем к небесам, к Богу, то это свобода, небеса. Вот свобода и равенство, вот это специально были внедрены для того, чтобы, в общем-то, поломать систему славянскую. Вот это два слова, которые разрушили всю нашу систему. Если мы только говорим о равенстве и говорим о свободе, то мы с вами не выполняем свою миссию, мы идем против Бога. Дальше, какие слова в гимне? Запануем мы, братья, да? Мы в родной сторонке, так или нет? У меня вопрос, над кем пановать будем? Ну, если есть господин, да, тот, кто будет господствовать, то над кем вопрос? Над самим собой. Да, над самим собой. А третий куплет возвращаем, что там написано? Не дамо никому пановати. Так мы запануем или не дадим никому пановати? Что получается? Что механизм геноцида, да, внутренней пружины, заложен им, все его поют, в том числе сейчас на Майдане, и, в общем-то, занимают вербальным уничтожением титулы нации, которая здесь проживает. Ну, так все просто, на самом деле. Эти все вещи, вот этим вещам, 3000 лет, это все было еще апробировано в Египте, во время революции, которую там они устроили, те, кто вот нами управляет. 3000 лет, перевели все только на русский язык, мы сейчас эти слова все слышим. Все старо как мир, никто ничего нового не придумывал. Берем тексты старые, смотрим в соответствии с современным, и все становится понятно. Так вот, они действуют по определенному четкому алгоритму, он совершенно четко прописан. Вот смотрите, арабская весна, вспоминаете, как они заходили, да? Арабская весна начиналась. Дошли и в Сирию уперлись. Ну, встали. Сирийцы должны были пасть в 2011 году, но вот каким-то образом устояли, да? После Сирии 2012 год должен был пасть Иран, сейчас должен был полыхать что-то в Кавказ, и они должны были где-то стоять под Ростовом. Но не случилось. Другой вариант. Что нужно делать? Где слабое звено? У Руси. Украина. Украина. Поэтому вот сейчас Крым готов, и Майдан уже готовится. Вот это вот называется украинская осень. То есть мы плавно от арабской весны перетекаем в украинскую осень и украинскую зиму. Вот это у них все идет по плану. Этот алгоритм был прописан еще в начале 90-х. Мы сейчас просто пожинаем плоды. Но в связи с тем, что мы занимаемся анализом, да, анализ, анал из, вот то, что из анала. А нам нужно смотреть то, что вышло из анала сейчас, то, что происходит на Майдане, разобраться. А кто же заложил вот эти основы несколько тысяч лет назад? Как по этой программе прошлись, как уничтожили язык, как уничтожили культуру, как уничтожили элиту, как подменили эту элиту? И почему вот сейчас в таком состоянии угнетенном руины оказались? Понятно, кто они? Персоналей, если хотите, они, то те, кого мы видим, ну, Украину кто-нибудь видел? Украину из вас кто-нибудь видел? Ее можно увидеть? На карте. Под стол, если посмотрим. Есть Украина? Нет Украины. Что это? Что это? Это в наши головы вложили модуль определенный, который идентифицировать, пощупать и потрогать нельзя. Это вот иллюзия. Вот это голограмма. Вот вложили эту голограмму, и она работает. И все вдруг, прошло 100 лет, и все вдруг стали украинцами. Шевченко почитайте, он не знал это слово такого украинца. Почитайте Пылыпа Орлика. Он тоже не знал, что есть украинцы. Какой мир они жили? М? В
Какой мир они жили? Малороссы хотят? Малороссы. Ну, малороссы не совсем, вы понимаете, малороссы, великороссы, мы если с вами сейчас начнем возвращаться, чтобы не уходили очень далеко, чтобы вы понимали, что было славянское племя, одно великое, потому что оно было по численности огромное, да, и были другие, одно было меньше. Вот это, то, что меньше, это малороссы, это россияне тоже, ну, кореглазые так называемые. От них уже там ианты и все остальное, и вот то, что сейчас вот вывели, это вот на базе россиян, на базе антов. То есть генетический фон взят оттуда. И вот сейчас получается. Ант в ось племени одно какой-то характер Россия. Да, да, это его имя. Это не обязательно те, кто нам проедет. Нет, нет, нет. Они, во-первых, надо понимать, что они после гибели Атлантиды, они оттуда пошли. Они прошли там, мягко говоря, и генетическую, и интеллектуальную зачистку после того, как они оказались на территории Египта, они оттуда пошли в нескольких направлениях. Часть ушла, если интересно, в Индию, потом там часть в Корее, они там вообще стали. Вот этими узкоглазыми. Вот. Часть, скажем так, осталась, шли в Эфиопию, там почернели, а часть оказалась здесь рассеянными. То есть рассеянные их, в общем-то, пустили, потому что единокровный, язык один и так далее. Часть оказалась здесь. Вот через них и было осуществлено вот это вот, мягко говоря. Вот первая волна ереси жидовствующих, это вот и есть оно по истории. Поэтому так вот нас потихоньку брали. Каким образом? Отрывали часть народа, в голову вносили голограммы, другую матрицу. Когда начинало работать, их подпускали к здоровым особям, они начинали вибрировать, да, на соответствующей частоте, и этой голограммой, этими вибрациями заражать всех остальных. Точно так же, как вирус. Как вирус внедряется в организм? Он же внедряется постепенно, да? То есть по чуть-чуть захватывает определенный участок, там больше, 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 и потом начинает шириться и начинает паразитировать на всем организме. Да. Вот эта вся, ну, скажем так, программа, она как-то связана с отрицательным резусом крови, положительным вашим знанием? Во-первых, отрицательный или положительный резус крови – это уже материальный план, информационный план, здесь, который вот в явном мире проявляется, сказывается. Но сказать, что вот отрицательный – это плохо, а положительный – это хорошо, тоже нельзя. Это мы себе так вот заложили, да, и считаем, что вот есть положительное, есть отрицательное. Вот мы ехали в поезде. Человек потом не спал после беседы вчерашней. Кошмары снились. Я говорю, хорошо, есть отрицательные, положительные. А третье что? Мы же по троице всегда живем. Мир это троичен. Третье что? Троитрай. Не единое, оно единственное. Отрицательное, положительное. Просто логика в чем? Это иллюзия как раз есть. На клетке крови есть определенный маркер. Конечно. Маркер. Он несет определенный маркер. Да, и вот это назвали положительным, хотя на самом деле это носитель некоего прикрепленного, ну, импланта, скажем так. Да. Так вот, чтобы дальше нам с вами пойти, давайте тогда распутываться с этим вопросом. Да. Итак, вначале было слово, да? И слово было у Бога. Это что такое? Это информация? Или нет? Информация? Информация. Но до слова что было? Мысль была, да? Мысль это информация? Тоже информация. Какую теперь с вами вещь? Что оказывается, что информация многомерна относительно человека. Есть некий предел, поднебесная черта, так называемая, да, под которой все руны изображаются. Но часть рун выходит за нее. Вот, есть человечек наш. Как он получает информацию? Из каких источников? Значит, раз мы находимся с вами в материальном мире, то самый простой информационный источник какой для нас? Голос. Пища. Сейчас мы были, да? Малыш. Для него сейчас какая информация? Ребенок. Ну, родился ребенок. В утробе находится. Какая информация? Пища, так или нет? То есть информация, которая нас заполняет с момента зачатия и прочее, самая первичная информация – это пища. Если мы этого не будем понимать, что вот именно эта информация, то все остальное там будет непонятно. Так вот, пища попадает, да, затем проходит, расщепляется, затем рассасывается и дефекация. Остатки то, чего не надо. Вот так мы перерабатываем с вами информацию. То есть информация попала,
Мы эту информацию расщепили. Получается, пропала информация. Сначала здесь что у нас? ТОР, да? Первый этап обработки. Почему ТОР? Читаем буквально. Рот. Покусали, разорвали сначала, да? Грубо. Наполнили ферментами, опустили в пищевод. Дальше расщепили на элементарные кирпичики, те, которые состоят сами из себя, поэтому элементарно это не система. И затем вот с этих кирпичиков начинаем складывать свою стеночку. То есть надо построить там клетки печени, мы строим клетки печени, мозг, кровь. Так вот, по крови. Вот точно так же с этих кирпичных начинаем все выстраивать свое. Но это пока система здорова. А если система подверглась информационному нападению, внедрению, вирусу, скажем, либо геномодифицированным продуктом, да? Есть объекты геномодифицированные, их вводят в пищу, да? И вводят в нас. То есть мы получаем уже искаженную информацию. Геном, который на Земле, в общем-то, существовать не должен, и он сам не развивается, не плодоносит. То есть семена геномодифицированных, да, всех этих, то, что произрастает, они же не дают потом потомство, знаете об этом, да? То есть все равно новые. То есть если мы это потребляем, то мы тоже перестаем плодоносить. И в буквальном смысле, и в переносном смысле. То есть оно влияет и на мозги, и на все остальное. Итак, вот это первый уровень информационной обработки. Вот если грубо, это понятно, да? То есть пища – это первая информация, которую мы обрабатываем. Если организм наш здоров, если мы функционируем нормально, у нас иммунная система в порядке. Почему? Потому что 3/4 иммунной системы находится вот здесь. Да, как это называется? Жизнь, вот. Понятно, да? Вот тут находится. И только 1/4 в подкожке находится. Это внешнее. Итак, воинов у нас перебили. Казачество, да? Мягко говоря, элиту убрали. То есть иммунную систему здесь разрушили. И поэтому и поют там. Я краса на солнце. Сгинет. Слово сгинет. То есть они уже списали народ, потому что знали четко, что будут петь. И никто в словах не думается. Но то, что в Верховной Раде там каждый раз они приходят на сессию, все это поют. Вы думаете, кто-то из них вообще понимает, что он поет? Вот это вот как раз голограмма, вот это как раз стереотип. Заложили в голову, человек работает по определенной программе. Ну так, чтобы корректно было. И мы же не зовем говорящие животные, да? Вот. А ну, такой вот геномодифицированное существо человеческого облика, которое выполняет определенную программу. Тоже на самом деле действует по определенной программе. Поэтому первое, для того, чтобы мы восстановили свою энергоинформационную систему, и она работала, функционировала правильно, надо с чем разобраться сначала? С пищей. Человек состоит из того, что он кушает. Так? Поэтому вот эта информация, грубый материальный мир, который к нам попадает, за нее как раз отвечает вот этот мозг. Третий. Вот этот мозг, который здесь находится, солнечное сплетение, третий мозг, он как раз отвечает за переработку этой информации. То есть он ее получает, расщепляет, смотрит, распределяет. Но если мы вносим в пищу искаженную, грубую, и у него ошибка получается, да, информационная ошибка, он не знает, что с ней делать. Он с геномодифицированной продукцией, он не знает, что делать. Организм строить надо. И вот он начинает тогда вот эти кирпичики строить вот с таких вот вещей. Собирает там, лепить. Будут они функционировать правильно? Не будут. Вот это заболевание. Вот все болезни – это неправильная переработка информации. Не умеем работать с информацией. Все болячки. Но если этот бы еще исправлялся бы как-то, но беда-то, что есть вот этот мозг. И вот этот мозг в эту топку кидает, что туда не попадет. Видели этот видеоролик выложили, как учитель биологии там провела эксперимент с хомячками в школе. Три группы хомячков, да, дети кормили. Этих кормили так, как положено, один мальчик там их кормил. Этих кормили только сухариками Флинт, а этих только чипсами. Через 21 эти обусели никакого потомства, эти заболели, а эти размножаться стали. Что произошло с этой учительницей? Умерли.
Ее обвинили в жестоком обращении с животными. То, что дети вот это ели, это не жестокое обращение с детьми. Понимаете? Но зато дети вот этих классов, которые участвовали в эксперименте, кушать сухарики и чипсы перестали. И пить кока-колу. За это ее обвинили. Да, ну, это вопросы информационной безопасности. Там называется так, пищевая безопасность, да, государство. Так у нас этой программы нет вообще. У нас пищевая агрессия. Нас просто сейчас уничтожают, убивают. Особенно в городах. Если все левы там смогли что-то, допустим, то если кто-то есть, сами что-то вырастить, да, и потребить этот продукт, и вы знаете, что там и как, то в городах вариантов же нет, права выбора нет, люди лишены этого. Вода. Что вы знаете, что в бутыли налили? Знаете, что в бутыли наливают? Что из 10, допустим, вод предоставлено, ее из 9 видов пить нельзя. Она проходит очистку, так называемую, мембранную. Что после мембранной очистки получается? Структура воды рвется. Да, химически она чистая, там нет примеси, но это не вода, это смерть. Ее нужно живой сделать. Вопрос, кто знает, как воду сделать живой? Кто руны знает? Кто возьмет руну ман, вот эту, да, потому что вилами по воде пописать, да, перед этим ступе ее надо поколотить. Вот это и есть перекодировка, структурирование воды. Писать вилами по воде и того, что будут в ступе. Изменение информационной программы воды, поступающей вместе с пищей в организм. Вот раньше этим занимались волки. Сейчас мы это утратили. Эти знания, но будем восстанавливать. Поэтому вот такая система. Вот это первый уровень информационный. С этим понятно, да? Понятно. Второй уровень информационный. 5 органов чувств. Тоже о них знаете, да? Львиная доля информации через что идет? Зрение. Через глаза. Вот поэтому я все время пишу. Потому что 9% всего через уши усваивается. Всего лишь нам все. Поэтому 9% через уши вкладывается. 50%, 60% идет через глаза. Вот это торсионный генератор, так называемый. С помощью которого идет воздействие на аудиторию. И все это подкрепляется вербализацией и жестами. Я ничего просто так не делаю, я вам сразу говорю. Ну, честно признаюсь. А ваш выбор такой, принимаете, не принимаете пищу, проглотите, не проглотите. Вот, вчера не переварил, ночью не спал. Слишком много получил. Поэтому все на самом деле просто. Вот это первый уровень. Второй уровень — это вот эти наши 5 органов чувств. То есть глаза, слух, средства массовой информации и вся махина, которая нас что, уничтожает. Вот эти уровни они контролируют. То есть они контролируют через пищу сейчас и через средства массовой информации в основном. Единственная душа, которая сейчас получилась, это что у нас с вами? Интернет. То есть там можно найти все-таки информацию, которая достойна веры. Потому она какая? Достоверная. А вот как из нее вычленить действительную информацию, для этого вы должны включить фильтры, обработать ее, расщепить и посмотреть. Она резонирует с вами, соответствует вашему геному, соответствует вашей вибрации. Не вопрос, значит, наша информация. Не соответствует, есть отторжение. Развернулись, лучше забыли. И третий поток информационный. Это вот отсюда. Понятно, да? Как здесь поставить фильтры? Чем? Самый простой. Алкоголь — раз. Тютюн. Курение — два. Тютюн, да. Любая вещь, которая центр удовольствия раздражает, ставите. Абсолютно точно. Вы сейчас вот говорили, там что-то у вас распыляют какие-то самолеты. Мы сейчас тоже этот вопрос разбирали перед беседой с нами. То есть летают по определенным маршрутам эти самолеты, создают сетку над городами, распыляют, получается, информация. Потому что просто так кристаллы летят, они все равно оставляют следы. Это как след на воде у Плынкина. Пишите, Плынкина найдите, почитайте, след на воде. И вот таким вот образом небесную воду структуризируют. Вот роса на солнце, которая испарилась, она перешла в какое состояние? Газообразное, да? Так вот как раз этой водой вот занимаются вот эти, какое там слово модное говорит, как называется? Химтрейл. Химтрейл, да. Вот этот химтрейл, который сейчас вот делают. То есть они понимают, что некоторые перестали пить. Перестаешь слепить, то через полгода мозги начинают включаться. Работать начинают где-то через год.
трезвого образа жизни. Бросает курить, значит, еще сидит некоторое время. И вот потом начинает работать иммунная система, и информация начинает поступать отсюда. Вся штука в том, что эти ребята воздействовать вот на эту информацию не могут, эти они, да, они ей не владеют. Если только человек понимает, что он освободился от этой информации, от той, которую мы получаем на втором уровне, да, через наши 5 органов чувств, и человек выходит на прием информации вот отсюда, вот это уже вольный человек. Вот с ним сделать ничего нельзя. Там до просветленного еще далеко, скажем. Но хотя бы, чтобы мозги славянские. Ас, дальше человек, потом людина и смерть. Ну или жить. Лучше жить. Ну и не жить. Ну, это смерть, другими словами. То есть кто-то из славянских родов называет племен это жить, а кто-то смерть, там оно по-разному. Поэтому вот основные категорирования душ на Земле, то есть люди, которые приходят и начинают только отрабатывать, пришли в эту жизнь, начинают жить, да, вот они смерть. То есть они определяют, отрабатывают определенные программы. Убей, укради, стащи, изнасилуй, вот проявляйся. Вот это как раз уровень. Вот человек себе этого позволить уже не может. Человек это тот, который либо туда, вот он зависит. Вот поэтому в Конституции Украины и заложили вот это слово «людина». Чтобы не поднимались до уровня человека. Это тоже программа. И вот человек это как раз тот чело навек, да? То есть через чело начинает получать вот эту вот информацию. Людина вот отсюда информацию не получает. Она получает из средств массовой информации, от элиты. Вот у Савика Шустера там видели, да, элиту, которая там голосует. Профессоров там собирают, и там, вот они там голосуют. Эту элиту нам воспитали. Этих зомби. Вот они как раз направляют. Но как только стал человеком, все, информация пошла отсюда, человек уже не обманывает. То есть он начинает различать. Он разжевывает информацию как следует. Он понимает, что нужно жевать для того, чтобы заработали мышцы. От мышцы идут сигналы, импульсы на мышцы тонкого кишечника. И они начинают что? Работать. Вот они начинают как раз сжиматься. И вот идет перистатика, так называемая. Да? Вот все это запускается вот так. Если вы не разжевываете, а поглотали, просто туда упало, то эти не знают, что сюда пища попала. То жевать надо. Всю информацию нужно разжевывать. И если вы ее не разжевали, если вы ее не расчленили на первичные, не разобрались откуда она и как, то вот это все ваше ему, они не знают, что попало туда что-то. И когда оно туда попало, оно не готово. Ни железы внутренней секреции не заработали, ни ферменты не выделились, ни аминокислоты, ничего нет. И вот тогда вот это тут начинает вам делать шкоду. И вот тогда аурал. И боли головные, и все остальное. Поэтому найдите в интернете, сейчас они его Агуловщиной называют. Вот он восстановил древнеславянский массаж живота. Ну или висцеральная хиропрактика, так называемая, модная. То, что староверы сохраняли, вот он сейчас, в общем-то, все это дело восстановил. То есть через живот, через жизнь, вот. Можно даже лечить огнестрельные ранения в голову. Раньше так делали. Если знать, как манипуляция осуществляется животом, то можно настроить всю систему на восприятие и правильную переработку информации, как этой, так и всей остальной. То есть даже на участке головного мозга воздействует через живот, через органы. Вот путем массажа. Ну просто надо знать, какой механизм. Какой орган первый, какой второй, это послушайте. Вот лекция Орлова. Все рассказывает, сейчас уже ничего не скрывает, все дают. Поэтому начали с желчного пузыря, это президент, если словом современным, вообще голова живота нашего, желчный пузырь. На него открыли, понадавили, начал работать, с него пошла желчь, да? И тогда никакая отсюда информация другая, ненужная, даже если она не минусовая, негативная, да? Ничего она не сделает. А если закрыт, если холецистин хронический,
если там камень, если там все, ну вот такой пищеварение. То есть информация поступившая не перерабатывается. Поэтому увеличивается количество, то, что дефекации подвергается, а полезного очень мало. Поэтому организм начинает болеть. Не хватает информации. Точно так же не хватает информации для мозга, а рано или поздно человек приходит к пониманию, к людину, что для того, чтобы вот отсюда все получить, нужно поснимать все эти фильтры. Поэтому весь информационный поток, все вот это СМИ, вот это весь Майдан. Вот Майдан, это фильтр ставит. Вот здесь. Если только бы они отсюда какую-то получали информацию, то они понимали всю эту картину. Что сейчас Майдан преждевременен. Этого делать нельзя. Нас теперь желудок Европы, когда к себе присоединит, он переработает. У нас есть с Европой соглашение 94-го года. Зачем нам еще одно заключать? Только в том были в первом 94-го года, ратифицированном в 94-м году, вступившем с 1 января 98-го года, были обязательства Европы, а в этом нет обязательств Европы. Потому что тогда, когда разваливали Советский Союз, то торговались. А вот самое ядерное оружие на дому отдать, ну на дому, ну отдать, ну забирай. Ну денег дайте, хорошо, дадим, но потом. Сначала разоружитесь, а то обманете. Ну ладно, разоружили, дайте денег. Я какие деньги? И вот сейчас вся эта ситуация всплыла. Вот эти 160 миллиардов как раз и есть, в общем, та сумма, которая эквивалентна той сумме, которую Запад не заплатил Украине за разоружение, за Чернобыль, за все остальное. Кравчук признал когда-то у Совета Шустера, что они ядерного оружия отдали на 1 триллион 200 миллиардов. Ура, вот. Это он признался публично. Там выступление было. А? Вестопхистер. И это, да, Вестопхистер. Да. Есть, было такое выступление, просто вот если оно осталось в интернете, вы что-то выкладываете эти вещи. Кому отдали? Американцам. Американцам. Европейцам. Частично. Кто вошел в пятерку ядерных держав в 91-м году? Украина входила, кто вместо нее вошел? Да. Поэтому, ну вот так все. Так получилось. Так вышло. Поэтому сейчас отдать эти 160 миллиардов они не могут, в связи с тем, что у них бюджет Европы 132 там, с копейкой миллиарда. Все. Сейчас они говорят, как же все, мы разденемся себе, ничего и никак. И вот сейчас поэтому начались торги. Поэтому вот такая вакана. Но людям-то об этом не говорят. А завтра только говорят, ну мы сейчас не можем сказать, им же не разрешают эти вещи говорить. Вот так открыто. А если бы они признали, что вот есть договор, вот есть обязательства Европы, что Европа это кидалы, и то-то. Ну, было все вроде как понятно. А в связи с тем, что вот не рассказали, сейчас вышли на Майдан. Что, чего не добьются? Подписание соглашения с Евросоюзом, отказ от первого договора, значит, Европа не выполняет своих обязательств, и все. И до свидания. И дальше они просто перерабатывают Украину, перемалывают ее. У нас два варианта, у нас два ресурса, которые нужны. Они хотят вот где-то продержаться так месяца 3-4, а может быть даже полгода, перерабатывая Украину. Они так и говорят, что это земля, это земельные ресурсы, рынок огромный, да? Покрутить еще деньги через рынок. И второй — это люди. Два товара есть на Украине, больше ничего. Заводы им не нужны. Вот сейчас пошли уже дискуссии, я не знаю, до вас это дошли или нет. Женщины чем будут зарабатывать? Мы говорили перед началом встречи. Что предлагают нам? Самый первый. Самый простой уровень заработка. Суррогатное материнство. Вот что нам готовят. Евросоюз. Мужчинам мужское, да? А женщинам женское. То есть мужчин педерастом, а женщин суррогатное материнство. Механизм протидеи. Что мы можем выбрать? А что, вот собрались и наконец-то говорим, что оказывается вот такая. Вот такая картинка была нарисована в 91-м году. Мы сейчас пожинаем это все. И пока эта информация, она не овладеет хотя бы 1%, чтобы начался эффект соты обезьяны, вот будет Евромайдан. И будет непонятный антимайдан. Вот смотрите, как они работают, да? Ведь вы поймите, и власть, и оппозиция — это одна шайка-лейка. Это одна система. То есть есть некто сценарист, который сидит в Госдепе Соединенных Штатов, да? Есть режиссер, это посол Соединенных Штатов Украины. Вот этот режиссер режиссирует по тому сценарию, который там написали ему. А власть и оппозиция — это труппа артистов. Вот мы с вами в театре все сидим, кто-то в партере, кто-то на галерке, кто-то там в середине, кто-то стоит там в рядах и так далее. И вот перед нами эта труппа разыгрывает этот концерт. И у Януковича своя роль, у Юлии Владимировны своя роль.
У всех остальных тоже своя роль. Но все эти роли расписаны, и они каждый озвучивает свой монолог. Но при этом, как нас ставят опять в систему какую, да? Опять двоичности. То есть власть, есть оппозиция. Есть Россия, есть Украина. То есть опять двоичность. Никакой троицы. А что, нет третьего выхода, что ли? Есть, но о нем просто никто не говорит. Вот третий выход — это мы с вами, пробуждающиеся, просыпающиеся. Поэтому сейчас, засевая семена, мы должны говорить, что должно произойти великое объединение славянских народов. Вот это первый посыл, который должен пойти. Да? Я вам сказал. Второй посыл – это воссоздание. Славянские народы и в Европе тоже присутствуют. Конечно, нам их надо присоединять к себе, конечно. Поэтому Киевская Русь, она была, есть и будет. Московию присоединяем, Белоруссию присоединяем. Казахстан, казачий стан, который сейчас заселили. Кайсаки, казахи так называемые. 1934 год, там буквицу только поменяли, понимаете? Это же не их земля. Ну и опять же, вот, извиняюсь, давайте уже перейдем к дискуссии какой-то. Вот если рассмотреть вот эту систему иерархии, построения, валют. Да. Здесь за время жизни возможна эволюция подъема вот этой людей смертов до уровня там человека. Либо это процесс, скажем так, созревания сознания зерна, он как бы заложен уже космически, и это длительный процесс. И сейчас мы, да, вот здесь мы собрались определенная группа, скажем так, проснувшихся или начинающих задуматься. А работать там мы идем к тем людям, которые вот сейчас, это огромная масса. Конечно. Как их столкнуть с этой точки закипания, вот, чтобы они начали? Я все время говорю, не надо никуда идти, занимайтесь собой, спасите сначала себя самого. Вы станете вот той заразой, которая начнет вибрировать. И не надо ничего человеку говорить. Вот вы сели рядом с ним, это будет уже достаточно. Они не идут, не садятся. Не торопитесь. Вы не превращайтесь в того вируса. Это не наш метод. Вы не наш метод. Спаси себя, и тысячи вокруг тебя спасутся. Вспоминайте сразу. Если мы будем идти иначе, наши все движения обречены на провал. Поэтому у нас должен быть с вами жесткий план. Сели вот сегодня, составили, да? Великое объединение славянских народов, воссоздание русского языка, воссоздание русской культуры. Делаем что? Создаем громады. Расписали, все это открыто, без всякой конспирологии. Выложили, а завтра поменяли план. Вот они и не будут знать, что с нами делать. Поэтому вот эта внеплановость, вот это творчество, сотворчество, вот этот Божий промысел, да? Вспоминайте Пушкина. Да? Помните, да? Проведение. Кто может его предсказать? Русское это чудо, кто просчитать может? Оно находится за пределами математики, оно не просчитывается. Это вот тот бесконечный ряд, который уходит вот туда. И вот это сейчас начинает работать. Время этому пришло. Поэтому пишем планы и не выполняем. Мы же такие живем, мы писали, никогда не выполняем. Да, никогда не выполняем, абсолютно. Поэтому у славян было и есть так называемое здраво-скептическое отношение к закону. Закон что дышло, куда повернул, туда и вышло. Закон как столб, его и обойти можно. Вот мы никогда не выполняли правила и выполнять не будем, потому что мы сами, поймите правильно, мы творим свою вселенную вокруг себя. Мы сотворцы. Мы созданы по образу и подобию. Для славян вот эта система не годится. А сотворец находится где-то на каком уровне? Человека или ангела? Человек. Человек начинает творить. Человек на своей. Людина – это вот тот уровень духовного развития, при котором закладывается базовая основа для сотворения. Принцип какой, по которому они живут? Дом построить, сына родить, дерево посадить. Понятно, да? А когда начинается упорядочение пространства вокруг, моя хата с краю заканчивается, и говорят, о, так нас же громада, нас же община, наш мир. Вот тогда уже это вот это. Ну, хозяева, либо людины, они что же строят, собственно говоря, мир? Я что, это себя, говорю. Вселенную создают. Они готовят, своих. Да, они готовятся, они готовятся. Это так называемая лока, локальная часть. Вот они тренируются, там, сарайчик построил, там, поросеночка завел, там, это сделал, сад посадил. Это учатся. Потом переходят уже на ментальный план и создают образы, образовояние. Вот то, что себе построил хозяйство, купил машину и все, это еще люди. А вот когда человек начинает мыслить образами, занимается образовоянием, образ начинает складывать, и мир тонкий начинает себя складывать, отсюда берет информацию. Вот тогда уже этот человек, только ему под силу. Потому что тогда, когда у вас работают всего четыре чакры,
Даже если вы знаете о том, что есть вся вот эта система, пучитесь вы, не пучитесь, все равно с человеком надо становиться. Поэтому и говорят, все люди, да не все человеки. Пословицу вспоминайте. Все люди, да не все человеки. Да, все люди, но не все человеки. Так вот, раньше была у нас система, при которой, отвечая на ваш вопрос, теперь жестко и конкретно, вот так, одним-двумя словами. Система варны предполагала переход с одной варны в другую при жизни. Хочешь? Священное право выбора. Хочешь быть воином? Не вопрос. Иди человеческой управленцей занимайся. Хочешь стать волхвом? Не вопрос. Иди учись. Поэтому Сталин задавал всегда один и тот же вопрос генералу. Вот недавно видели последнюю передачу Сталика Шустера? Там генерал сидел, со стороны оппозиции вещал. Хвалил там все это, Майдан и все остальное. Не видели? Никто не смотрел эту передачу. Интересная была передача. Мы не очень. Офицером он себя называет, там, генералом. Ну, генерал не звание, это счастье. Вот эта вот элита такая, мягко говоря. То есть у нас генералитет наш рухнул в конце 70-х, начале 80-х. И с тех пор генеральские должности стали замещаться только смертными. Специально была кадровая политика. Помните, сталинская, да? Кадры решают все. Когда Сталина убили, пришел Хрущев к власти, они поменяли лозунг на какой? В кадрах решили и все. И вот когда в кадрах решили и все, начался как раз этот этап. И вот прошло замещение. Просто знаете, генерал, потому что я из этой системы. Я отдаю себе отчет своим словам. Тот, кто там сидел в этой студии, то, ну, возможно, он генерал там по званию, но он не человек. Потому что то, что он говорил, это предатель и изменник. Офицер так говорить не может. Единожды присягнувший народу бывшего Советского Союза, он сейчас изменил свои клятвы, и против этой клятвы, то есть он присягу принимал, и сейчас присягу нарушил. Сидит и вещает. И никто из оппонентов его, из власти, не сказал, что ж ты, генерал, пришел, ты когда присягу принимал? Самый простой вопрос. Если ты изменил присяги, то какой ты офицер? Иди на Майдан. И не рассказывай, что ты генерал. Какой вопрос Сталин задавал сам генерал? А вот он такой генерал всем задал вопрос. Ты враг или дурак? Если дурак, то научим. А если враг, иди. С врагами один разговор. И тоже таких вариантов нету. А Сталин действовал с ними их же методами. Вот Сталин получил жреческое образование. Был в 8 ссылках, из 7 бежал, из одной не бежал, отсидел от звонка до звонка. Вот объясните, что он там делал 4 года? Да, в Сибири. Учился. Учился. Вот его обучали жрецы, как это вести. Поэтому он понимал, что клин клином вышибают, вот он их вышибал. Именно теми же методами, которые вот они применяют. То есть он развернул эту всю систему против них. Поэтому была супердержава, была империя, он восстановил империю. Сейчас говорят, вот Путин хочет создать империю, это же генерал. Вот империю создает, вот и всех этим и словом пугает. Вот империю. Что плохого в этом слове, скажите, для славян? Имя Перуна. Да, именем Перуна. Именем Перуна, покровители его дети, Тарты, Тары, Великая Тартария. Что плохого? Боятся. Как только сейчас мы начнем воссоздавать империю, вот Киевскую Русь, поэтому и западные славяне к нам пойдут, и сербы, и все остальные. И остальные присоединятся, втянутся вот в этот круг. Потому что поймите, народы, которые хотят выжить, у них только один шанс. Это сейчас сохранить славян, способствовать их объединению, и чтобы потом славяне могли вот всех остальных вытащить за собой и землю сохранить. Мы как бы этот процесс наблюдаем, информационное пространство это идет. В интернете, контакты, все, то есть информационное поле славян, оно работает. Вопрос, как это вкинуть в политический, скажем, слой общества, в лидеров. Сейчас те, кто на Майдане, даже тезис о громадах, никто еще ни разу не слышал. Я же вам говорил, что ты скажешь. Кадры решают все. О том, что в кадрах решили и все. Вся элита сформирована вот из этого. Вся элита. Ему хоть пол на голове тиши. Вы туда ничего не вкинете. Если человек пришел, душа молодая. Почему коррупция? Вот ответьте на вопрос. Коррупция почему? Ну почему воруют? Пришел человек на такой уровень, смотрит, говорит одно, делает третье, а заколка там делает другое. Объясните, почему? Совести нет. Это не плохо и не хорошо, это просто уровень.
Вы кто в лесу были? В Нижнем не работал. Все в лесу были? Все в лесу, да? Есть нижний ярус, да? Есть средний ярус, есть верхний ярус. У вас есть какие-то претензии к траве, почему она ниже, чем деревья? Есть претензии? Так и тут. Нет ничего неплохого, поймите правильно. Они нормальны с точки зрения своего уровня развития. И требовать от них чего-то другого нельзя. Вот поэтому сейчас вот то, что нарождается, вот эти территориальные громады, вот это и есть перехват власти снизу. Они этого боятся, они понимают, что это такое. И сейчас чем больше грамотных людей вот появится, сейчас вот если вы там распишете все эти алгоритмы, построите юридические конструкции, даже по тому куцому законодательству, которое есть у нас, да, у нас какое законодательство с вами? Несогласованное, абсурдное и нелогичное. Берите один кодекс, он противоречит другому, берите это, оно противоречит другому, и вообще непонятно, что и как. То есть можно и так, и так. Хотели или не хотели, они все равно создали вот такую правовую систему, в которой мы с вами живем. И даже эта правовая система позволяет нам при определенной сноровке решать свои вопросы. Поэтому, как бы они ни хотели, базу они заложить не смогли. Поэтому базы единым джерелом влады, кто у нас есть? Народ. А раз народ, должен осознать, что он единственный источник власти. Если вы единственный источник власти, теперь ответьте мне на вопрос, что туда в элиту пулять перед этими бесерками? Нет, не в элиту пулять, но хотя бы, чтобы те люди, которые осознают, а, кстати, сейчас много, ну, по крайней мере, в интервью грамотных людей, которые говорят, что мы уже и не за оппозицию, и не за какую-то политическую ту сторону, действительно нужно просто развивать самосознание, самоорганизацию. Об этом сам народ уже начинает бурлить. Но единственное, давать этим людям инициативу. Вот как-то я понимаю, что масс-медиа не будут приветствовать вот такие интервью, но тем не менее не просачиваются, и люди начинают думать. Ну это же хорошо, значит процессы-то идут. Поэтому поймите, вот эффект сотой обезьяны был, есть и будет. Пока 1% не владеет этими знаниями, пока не пойдут процессы эти лавинообразные, вот каждый человек должен 9 другим передать. Тогда начинаются вот эти вот процессы. И оно все пошло и пошло и пошло. Вот что вчера проходило на Майдане? Народные вещи, да? А ответьте мне, что такое народные вещи? Кто знает? Вот там вещи состоялась или что там? Вот мы должны сказать, вот то, что там состоялось вчера на Майдане, 12 человек, это шабаш. Это шабаш. Так или нет? Что такое народная вещь? Вот если представители были бы уполномочены, либо самые присутствующие. Где их взять? Их же надо родить, их представители. Я к вас обращаю к книжке Платона Лукашевича. Почему англичане ненавидят славян? Вот там есть 12-й пункт. Вот он объясняет слово вагомачи. Вагомаги. Вагомаги. Это вот то, что бритяне когда-то там были, потом, ну, судьбу знаете, славянского племени бритян. То есть пришли туда англосаксы, вырезали всех мужчин, а женщин пустили на обогащение собственного генофонда. Вот они так со всеми поступали. То же самое и в Америке, то же самое и с палапскими русами сделали. Палапские русы — это кто? Прусы. То же самое сделали с племенами западных славян, это вот альбегойцы, то, что Франция, Испания, то же самое. То же самое сделали с малазийскими русами, то же самое сделали с русами, которые жили в Горной Руси, Грузия. И сейчас вот вчера там интервью этого живущего галстука показывали. Где славяне, где эти племена, скажите? Да вообще они есть сейчас славяне, нас уже так намешали политически, вообще как бы есть смысл говорить о славянах чистых? Мы намешали, мы чистые, не знаю как вы. Нет, ну... Не зомбируйте, не надо, такой номер не пройдет, это в поезде что-то можете рассказывать. Это так чистые. Нет, вопрос в том... У нас еще Беларусь есть, там вообще чистые. Ну там сколько уже эшелонов проходилось по нам? И выкашивали, и вырезали, и пересевали с семьями других. И что, цвет кожи изменился, стали черные грешно? Это ж уже значит работа проведена. Ты же здесь сидишь. Но работать-то надо нам с тем населением, которое есть. С собой надо. Я вас обращаю вот к чему. Возьмите под сейчас Герасима научные труды, антропологии. И разберитесь с признаками. Вот для того, чтобы вот, не говорить огульно, не просто так, а займитесь изучением основополагающих вещей, науки. И посмотрите, что такое, скажем, там, величие надбровные дуги, что означает, челюсть. Что такое разрез глаз, что такое брови, что такое ушные раковины,
строение головы, если почитайте, вот перестаньте говорить, поверьте, вот почитайте. Вот вместе на этой передаче у Шустера, вместе с этим генералом, сидел свободовец. Явные признаки неандертальца. И при этом люди его слушают и хлопают в ладоши. Да, интеллект раскачали человека. Интеллект на самом деле раскачали. Вот, вот эти товарищи, чтобы вы понимали, им раскачать, им можно раскачать интеллект выше, чем у человека. Вот им можно раскачать. Они могут рассказывать сказки и говорить так сладко. И все хлопают в ладоши. Так логично, так все хорошо получается. Но он-то бездушный. Вернее, он малодушный. Вот то, что здесь уже ниже, ниже. Вот эти бездушные. Это малодушные. Не, ну мы тогда сейчас придем к определенному пониманию того, что нужно проводить зачистку. Не надо никакой зачистки. Логика простая. Вот смотрите, логика очень простая. Если в организме завелись дельминты, нужно организм почистить. То есть что? Нужно пищу соответствующую, ту, которая им не нравится, они сами выйдут. Вы же не будете уничтожать собственный организм. Ну если что, все, живот вырезаем, все потроха и выкидываем, что ли, что? Ну логика где? Вот думайте, начинайте. Очистка производится аналогично, что вот на этом плане, что на том плане. Не надо никого никуда гнать, не надо никого никуда преследовать. Надо просто сначала начать различать. Поэтому я говорю, изучите антропологию, изучите признаки, чтобы вы понимали, кто перед вами стоит. Если вы не владеете чутьем, чутьем, вот подошел человек, как собаки друг друга определяют, да, свой чужой, нравится, не нравится, по запаху. А мы сейчас определяем, потому что говорим. А надо определять по запаху. Значит, ну что сделать? Обострить свое обоняние настолько, чтобы подошел не наш. И он только как-то покинул. У меня такое впечатление, что просто вот облили вот чем-то. Я не хочу сказать, что там где-то что-то. Идут эти сапоги. Я их не видел, я их просто почувствовал. За несколько метров. При том, при всем, что у меня нос трижды поломан, я... У меня обоняние очень плохое. Перегородка смещена. А появляется другое чутье. Человека просто начинаешь вибрационно ощущать. Свой или чужой. Ну, какая частота? То есть подошел, свой приемник, кто у тебя работает, и ты один раз пошел по диапазону. О, вот здесь. Этот красавчик наш есть. Поэтому не надо никого гнать. Понимаете, собой надо заниматься. То есть я говорю, занимайтесь собой. В первую очередь самообразование. Займитесь чисткой собственного организма. Как только почистить, как только у вас вот эти стереотипы уйдут, в вас вложенные, не будете никого гнать. И не надо никого гнать. Почистился и ушли. Вопрос только найти место для дефекации, чтобы других не заражать. Там, где все это дело можно утилизировать. Ни больше, ни меньше. Поэтому не нужен экстремизм, не нужна никакая агрессия. Не надо никуда бежать и ломиться, понимаете? Не нужно это. На самом деле, так, да, где эта пища и что является на ну, доступ? Нет, собой, нет, я о другом. Информационная пища. Вот я не говорю, вот она там. Он уже формализован. Она обрела уже форму. Вот информация. Вот там все есть. Вот если это каждый поймет, и каждый поймет, что сначала уже почистится, все, нет вопросов. Сейчас я о другом. Я о другом. Мы уже как бы, ну, в рамке нашей семьи, да. Там 2008-2009-2010 год, проходим определенное тоже такое взросление, путь ошибок. Наблюдаем, что славянская тема тоже разобщена, что много направлений, там эти волхвы то говорят, там, сибирское направление то говорят. Но ты пытаешься анализировать на себе, потом ты видишь, как это у тебя в жизни проявляется, подтверждается или нет, но все равно очень большой шквал информационного такого на нас сваленного вот это. Пищи сброса, да? И пока ты все это перерабатываешь, а жизнь уходит, а реакция... Выбор. Жизнь не уходит. Жизнь ну, не я имею в виду, она проходит, и тебе приходится все это на своем опыте переживать. Правдивую ты включил в себя информацию или нет? Только на своем опыте. Она и не проходит, и не уходит, она идет. Вот смотрите, сейчас у нас с вами год черного жреца. Чем он интересен? Опять же, вот вопрос, черный, это хорошо ли тут? Что я вам отвечу вот проще. Вот если вы задаете вопрос, это хорошо или плохо, займитесь чисткой и вы выгоните гелинда из своего ментального плана. Вот как только вы делите на два, а у вас закон троичности... Я не себе говорю, я про мое черное я знаю. Нет, про других людей, которые в массе своей будут воспринимать все равно делиться, понимаете? Как только вы скажете черное... Пусть они и делятся, понимаете?
А мы никогда не делились, мы всегда размножались этим. Понимаешь? Не надо. Вот что, вот говорят, когда плохо или хорошо, все, человек попал. Вот для меня это первый индикатор. Все, сидит в библейской матрице. Вернемся к черному. Да. К черному же жизни. Да. В чем особенность этого? Вы говорите, много пошло информации по славянству. Определенно. В позднейших актах слово «рай», сейчас «рус»,